Творог и сметану на продажу, а деньги в семью. Вот уже 2 года Марина Михаль из рабочего поселка Кузоватого занимается подсобным хозяйством. Соцконтракт, заключенный в 2017 году, был настоящим подарком судьбы. 60 тысяч на покупку коровы оказались отличным подспорьем для зарождающегося дела. Стали у меня покупать молоко, телёнок отселился, я продала. Ну, как-то стала выкручивать, купила еще одну корову. Стали брать молоко, делать сметану, но стали в Кузоватый у меня его покупать. Помогают мне дети, ребятишки. Сейчас у Марины 5 коров и постоянная база покупателей. От частных заказов нет отбоя, также продукция представлена на прилавках местного магазина. Обороты растут. Недавно хозяйка подворья приобрела доильный аппарат, чтобы справляться с объемами производства. Как сказано ранее, 4 детей постоянно помогают в хозяйстве. По словам Марины, старший сын Давид стал настоящей опорой семьи. А дочки Софья и Мария надежными компаньонами. У меня мужчина. Мужчина у меня чистит, ну все делает. Мелит, корм готовит. Дочка, когда вот пока она сейчас на учебу, я уезжаю куда, она в обед дает. Это домашняя моя пчелка готовит банки. Марина также сотрудничает с Кузоватским молочным комбинатом. Бизнес-леди мечтает расширить семейное производство. Если дела будут идти так же успешно, там и до фермерско-крестьянского хозяйства рукой подать. Виктория Чиркова, Даниил Сурков, новости Управды ТВ.